На региональном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами детей» отличились три образовательных учреждения – школа номер 2, номер 4 и дом детского творчества. Именно им заместитель главы города Александр Новиков вручил благодарственные письма. После торжественной части совещание продолжилось в рабочем русле. Вячеслав Сидунков напомнил присутствующим о проводимых гидравлических испытаниях во втором микрорайоне. После праздничных мероприятий, после 12-го, там еще на несколько дней ремонтные работы продолжатся, которые, возможно, снова будут ограничения. Все работы проходят согласно графика, и ремонтная кампания в ближайшее время будет успешно завершена. А в школах Десногорска тем временем завершается итоговая аттестация, и уже появились первые результаты ЕГЭ. Есть результаты ЕГЭ по географии, литературе и базовой математике. И также есть результаты по ОГЭ. Это английский язык, русский язык и обществознание. В целом атмосфера в городе благополучная. Все организации работают в плановом режиме. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.